от Советского информбюро. Войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта в результате глубокого обходного маневра сегодня, 3 июля, штурмом овладели столицей Советской Белоруссии, городом Минск, во знаменование одержанной победы. Сегодня, 3 июля, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Вечная слава героям,